Riwasta! Ты стал лучше. Возможно, это что-то ценное. Как ты узнал, что он там? Прости, я не готов!
Сын? Слушаюсь. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Мы перебрались. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Пойди сюда. Этот язык я уже видел. Шину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь.
Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили. Похоже, не работает. Как же заставить крюк работать? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Может, мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Эта штука не поедет. Механизмы тут похожи на гноми, но камень явно клали йотуны. Они не просто добывали ту труду. Волшебный замок. Что это значит? Ладно. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Надо так делать.
Веревка может лопнуть. Может, лучше поищем путь наверх? А я все думал, кто разбудил всех драугров в горах? А нужно было догадаться. Береги себя, змея! Что дальше? Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Ого, ой, тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Thank you.
тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Можешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. Лёша! Я вижу. Вот. Вперед! Вот так! Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Получается.
Надо освободить веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Ты почти достал. Тяжело будет. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Назад к колесу. Вот и крюк. Ой, ну вот опять.
Зацепиться бы за этот крюк, мы бы вмиг добрались до вершины. Подходит! Отлично! Поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Назад! Лезь в туннель. Понял. Осторожней. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Ха!
Да ладно! Лучше помолчи. Там увидимся. Приготовься! Подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. До вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Вперед! Впереди враг! За тобой тяжелый траум! Стало радостнее. Я понял. Надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет. Мы застряли. Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Да тут полно драугров! Yeah!
вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик! Держись за мной! Вот он! Приготовься! Это битва. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А. Да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Эй, урод! Я здесь!